Один из крупнейших ботанических садов в России, оказывается, находится на территории Ставрополя. Здесь более 5000 наименований растений, которые составляют национальное достояние нашей страны. Сегодня мы побываем в Ставропольском ботаническом саду и узнаем, чем же он привлекает местных жителей и туристов. Ставропольский ботанический сад имени Василия Скрипчинского входит в число крупнейших садов России и Северного Кавказа. Его площадь достигает 132 гектаров, 16 из которых являются заповедником широколиственным лесом. На территории комплекса также располагаются лаборатории с фондовой оранжереей, розарием и зимним садом, а также музей. Лаборатория тропических и субтропических растений начала работу с основания сада. Сегодня в ее коллекции более 900 видов. Поскольку таким растениям необходимы особые условия, выращивают их в закрытых помещениях, в зимнем саду и фондовой оранжерее. Одной билет для посетителей ботанического сада обойдется в 200 рублей. А если вы хотите сделать фото на память и пригласить фотографа, для него входной билет будет стоить 500 рублей. Как пахнет!